Начало нового дня. 9:30 времени. Вон такси едет. По обыкновению уже моя премка стоит. Поеду сейчас смотреть точку. Дорога. Либо свои. Нет. Ну, в основном государство, но редко. Ну, точнее, по-другому. Когда надо, не чистят, то есть, когда снег. А когда вот вчера приехал трактор, что, ни снега, ничего нету. Так пробежался, лопату даже тут, можно сказать, не опускал. А, я, наверное, показываю. Здесь. Ну, да, что, типа, ну, мы тут есть. А когда звонишь, когда, ну, снег много, не приезжают. Сделать свой. А, все равно хоть хочешь, ну, соседи соберется, должна как-то. Не, ну понятно, но это дорого же все. Так-то чистим сами. Ну сейчас таять начнет, конечно, будем вызывать, собираться, скидываться. Ты тут живешь, да? Да. Ну, приехали смотреть. Вот, походу, открывался или что? Походу, не крашен. Ну так, что мы имеем-то? Такая Mazda. Пойдем смотрим, какая бампера. Вот это все, что это тут, непонятно. Капот весь в сколах. Что так, что визуально? Полосы нету, значит, дверь что у нас? Дверь крашеная. Она еще и не стоит зазор. Дверь маленько светлее. Сейчас залезем под днище. Стоп разбитый. Вот Mazda Tribut вот такая, 2005 год. Оба. Одна. Надо все обрабатывать, короче. Ладно, сейчас хозяину позвоню, пусть выходит, посмотрим. Смотрел машину. Короче, спакля только есть у нас. Капот не крашеный, кстати. Спакля есть у нас вот на этой двери. Здесь 600 показывает. А так она вся в порядке. В принципе. Я думаю, сейчас заберем, ничего делать не будем, стоп поменяем. Днище там вообще прям прекрасное все. Хозяин выйдет. Короче, стояла она. 330. Точнее, стоит. 250. Пацанам дает. Ну вот как-то так. Стоп поменяем. Подтыкаем все это дело. Ну попробуем так выставить там. Плюс. Чуть-чуть. Сейчас хозяин выйдет. Да. Здесь номер пишет машина. Что, не хочешь на YouTube попасть? Я что? Да. А каким образом? Ну, я сейчас ролик снимаю. Ты, лицо твое можно показывать или нет? Или только а, руки? Да можно, можно. Ну вот, человек продает на машину. Mazda Tribut, пишем договор купли-продажи. Пиши номер знак. Регистрационный знак. 684. Средство ППТС. Кто он, универсал там? А нет, легковой просто. Не вижу. Легковой вот. Ага. Приключения не закончились. Мазду купили уже, вот еще одну. Не, ну тоже пряники. Хотим, смотрим. Ты тоже любишь пряники, а они тоже Nissan Primera.
Левый руль на автомате. Сейчас обметем, посмотрим, что это. Поиски, как говорится, клада. Поиск сокровищ продолжается. Ничего не видать. Левый руль. Кого? Попаков нет. Дверь задняя, левая. Не в цвет. Капот нормальный, фары нормальные, на бампере заглушки нет. Крыло другого цвета, видно? И то крыло другого цвета. Такой дрын. 2002 год, 170 рублей. Ну, вот сейчас потыкаем прибором. Потом поедем или дальше, или будем с хозяином разговаривать.